по факту. А, черт! О, май гуднес! Вот сейчас бы я через дубовуху была бы, это реальная жизнь. Блин, но ФБР еще пососнее, чем мы. Так. Что у меня по оружию? А, все при мне. Постоять по колесам? О, в каналах можно. В каналах можно. День. Только не зажимай, а так. Ох, первые пули! Ну ты красавчик. Да. Я стараюсь. Ну глуши уж его так дальше. Просто, блин, синхронизация... О, отлично. Черт. Бам, нафиг влетел. Отлично. Просто что происходит? What's happened вообще? Просто бьем его. О! О, нифига себе, он его отглушил. А, он вышел? Я его убил, извините. А, ты его убил? Ха! Убийца просто! Насмотрелся всяких видосиков, блин, со штатов. Всех убивает теперь. Ну, вызывайте коронера, все, ему пизда. Катафалку сразу на место. Катафалку. Но он был неплох, он сражался. Он пытался уехать, но от моих шикарных выстрелов не уйдешь. Я ему что, прям два колеса пробил, да? Да. Задних. Прям четенько. Четко. Слишком много себе позволяет. Блин, заметил, что дроны-то остались вообще без. БА! Починил машину! Как новая. Как новая, как будто бы ничего не происходило. Офигеть, что с мостом? Такие текстуры, как будто бы это грецкий орех какой-то. Много-много орешков. У меня все норм. Это твои текстуры, бро. Так, погоди. А, это Гринвуд, да, зеленый фак? Я думал, это Султан. А, nice try. Не смог. Не смог. Опять не смог. Опять не смог. А где здесь эта дырка? Да, я сейчас такой в мыслях у него. Давай, ну я вижу ее, давай. Ура! И за ним давай. Блин, я так рад, что у него это получилось, мне кажется, достижение его жизни просто. Офицер полиции, значит, готов месить говно из людей. Кто тут нахуй? Кто-то, давайте, покажитесь мне. Вот ты, хуй ты стоишь на тротуаре, а? А? Что стало? Парковка на тротуаре. Тротуаре запрещена. Охуеть! Чё, Эль? Какой там у него ник Эль? Ну и чё, блядь, там заткнулся, алло. Слэш Су 170, я заставлю его сейчас двигаться. Давай. Слэш Су, сейчас. Преступление. Сейчас, сэр, перепаркуйте, перепаркуйте свой Хантли. Если он не действует, значит все за решетку нахуй. Глупый чувак, да. Ничего не хочет делать. На! Нарушение правил парковки. Так, все. Я бью его в розыск. Сейчас все будет двигаться, походу. Раз, два, три, давай. Нет. А, 178. 178. Ой, даун. Ладно. Ну серьезно, что за идиот? Окей, хорошо. Давай, види его, короче, арестовывай. Пила за шкирку. Я свернулся. Преступника. На самом интересном месте. После чего потащила его за собой. Так, напарник. Блять, все пропало. Походу под наркотой. Походу. Забираем его. Братан, у меня все пропало. Просто. Выключи NB-Shift 12. Так и вот наоборот. Так, надо мне какой-то этот эффект. К-175 ми сняла наручники с пояса. И нацепила на запястье. На-нах! А! Вов, это, арестуешь его сам, да? Ты сможешь ведь? Да. Всё, я сейчас перезайду, у меня свернулось. ЛСПД, а чё это вы мою тачку на штраф отправили, я не понял. Значит, чего ты взял, что ЛСПД? Конор, ёпта. Навальный.
Здесь сделка. Ух ты. Лол. Интересный поворот. Интересно, что это такое? ФБР, да, это было? И непонятно. ФБИ и мафиози. Хотя это все ФБИ, наверное. Их, так сразу и не... Он выключил клист. У-у-у. Все, это наш клиент. Да. Молодой человек. На бутылочку присаживаемся. Что за тачка у него? На Sentinel. Давай, становиться обочины. О, черт, еще один государственный столб. Который вернется через 5 секунд. Походу. Что? Он не вылетел, так? Лол! Он вышел! Что там? Их там много за кустами. Да. Я взял в руки тазер. Так, я отправил запросы поддержки. Отлично. Вот он. Ты что, стреляешься? А он стреляет в меня! Я заблокировал, их очень много! У нас шот стрелять fire. Надо! Прыгиваем. Бро, у меня нет брони. Живи, прячься за машиной. Доставай крупный калибр. Хорошо. Блять, у меня нету просто крупного калибра. О май гуднес. Почти развалили. Я вижу. На! Все отлично. Еще один. Где, 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 где? Из-за угла. Еще, подмога едет. Наша? Да. Слава богу. Господи. О, подмога приехала. Ау! Бро! По мне стреляют, знаю, я не понимаю, знаю, откуда. Знаю. Оттуда же, из-за угла. У нас код 1, код 0. Вон они, у машины все. Залезают. Ау! Кто в меня стреляет? Ну справа, пацаны, прикройте! Децл! Я не дам машине уехать. Машина уехала по итогу. Черт! Нет, вот меня убили, нет, код ноль. Что? Офицер Миллер всех убил. Да. Всем большой привет. Давненько мы с вами не слышались. Надеюсь, вам ролик понравился. Не забывайте про лайки. А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Это реально очень мотивирует двигаться дальше. Буду благодарен. С вами был Хик. И фиг его знает, какой уже видеоролик на сервере Радмир РП. IP-адрес есть в описании. И все вообще полезные ссылочки. Все там. Можете добавить меня в друзья в ВК. Всех приму, со всеми пообщаюсь. Также ссылочка на офигенную графику из видео вы найдете в описании. Там внутри есть инструкция, вы ничего не напутаете. Вы все сможете, я вас верю. А самый интересный комментарий из предыдущего видео вы видели в начале ролика. Если ты хочешь попасть в следующий видосик, отправляй комментарий. Самый струмный попадет в следующий выпуск. Все, всем удачи, всем пока. Благодарен за просмотр и удачи вам.